когда она будет заходить, я буду озвучивать, сколько зашло, так как камера мне не позволяет увидеть это само яблоко. Если бы у меня была камера хорошая, то было бы видно, что сейчас именно солнце такое, как яблоко. И, друзья мои, все, у кого слабое зрение, смотрите закат. Чем чаще, тем лучше. Смотрите закат открытыми глазами. Когда солнце уже садится, не щурьтесь, раскройте глаза, насколько вы можете. Смотрите закат. И вы исцелите свое зрение. Если это то,